revenge is a long, treacherous road, isn't it, Mr. Pendleton? Where do you suppose it ends? Hello everyone and welcome! Всем доброго вечерочка, дамы и господа. Ну что ж, сегодня мы продолжаем наше приключение в дождевом городке. И путь наш лежит через монастырь. Предстоит нам выяснить, что же за загадочное письмо нам пришло от кого-то с приглашением. Данное заброшенное заведение. Да-да, Джипомич. И тебе, и Ане. Мне чат сломать попробуешь? Какой ты сегодня это... экспериментатор и злодей. Да, фиг там! О, дробовик. Так, сохранялочку нам тут загрузили. Деп он может. Thank you.
чертовы гады забрали мой дробовик. Ну да и ладно, хрен бы с ним. Хитрый депутат, а? Все, нам... Сюда явно... Эй, мальчик! На самом деле, это, по-моему, не мальчик был, а девочка, ну да ладно. Бежали скорее за девочкой. А ну стой! Ворвоны. Так, чё ж тут так радио барахлит? А что за чёрт? Чёрт возьми! Так, 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 так. Похоже, какая-то книга со стихами. Ну, снова здравствуй, Нед Зомби. Ну что, я как понял, товарищ Курт Вейдер, все. Закончил страдать немытозадой. Сделал свое недоброе дело, да? Ну, я так и понял. Хватит, хватит мне батарейки садить, хватит так это вибрацию. Все батарейки посадите. Кур держался достойно, это хорошо. Смог таки это повалить его? Или нифига не смог? Чего стримлю? PlayStation 3 эмулятор. У меня как бы есть и консоль. Вот. Если бы у меня был ТВ-тюнер, я бы мог напрямую с консоли постримить. Но так как у меня нету ТВ-тюнера подходящего под современную систему, стримлю вот через эмулятор PlayStation 3. О,
Почти получилось. А это есть же, помнишь, лицензионная версия, только сюда прибабахали русский перевод. Нет-зомби, если хочешь, я тебе кину ссылку на последнюю версию эмулятора, уже подготовленную под эту игру. Вот, если повезет, сможешь кое-как постримить ее. Там лаунчер вместе с настройками, как бы галочки можно ставить, если не разбираешься. Вот, поэтому если хочешь, могу тебе кинуть. Попробуешь, может повезет и сможешь сыграть кое-как там в 25-20 кадров. А, мобильные порции не работают с этим эмулятором. Первый фрагмент поэмы. Бедный маленький Стивен Скелтер, не простит тебя даже священник. Всюду ложь, звучит плач твоей мольбою, но Сьюзи знает, каково было ей с тобою. What? Что? Две страницы вырваны. Спасибо, друзья, что открыли мне двери. Обязательно, надо же помнить. Так. Очередной зэк. Попавший не на тот рейс. Там вон, видите, кто-то катается на... О! И зэк пропал. Загадка про два стула. По-моему, Джипомич, это не отсюда про два стула загадка. Ой, сколько добра. Прям балует. Сколько у нас уже? Ой, сколько добра. Ах ты ж... О! Джипомич, глянь, что лежит. Блин.
Так, мне, по-моему, нужна вот эта вот... К сожалению, же помощь. Я вынужден... выкинуть сковородку. По-моему, вот эта штука пригодится. Но потом мы обязательно вернемся до сковородки. Нафига мне сковородка? Ты никогда не найдешь себя, пока ты не знаешь правду. Нафига мне сковородка, Аня? Спроси у Джипома. Да, я видал клуб. У меня в чатике типа не злодей. Дорогие мама и папа, пожалуйста, можно мне домой? Это плохое место, мне тут не нравится. Все очень строгие со мной, они обижают меня, а от лекарств меня все время тошнит. Я боюсь, пожалуйста, заберите меня с любовью, кто-то там. Внимание всем сотрудникам. В будущем вся переписка пациентов, как входящая, так и исходящая, должна фильтроваться под моим личным контролем. Никаких исключений. Спасибо. Спасибо, блин. Пистолет. Открой бардачок, а там пистолет. Короче, вернемся мы за пистолетом. У меня столько на него патронов. Кто-то радио мне. Так, вот эта чертова лестница. Да-да, Джипом, возьмем сковородку, не переживай. Так, значит, труба больше не нужна. Где там?
А, вот. Вот эта хрень. Да, я не знаю, в чем прикол, но, видать, крюк придает мне силы. Такая логика. Так, я не знаю, сейчас полезть туда или потом. Сначала возьмем пистолет. Но это уже больше похоже на правду. Ну вот, даже персонаж доволен. Так, здесь все. Осталось второй этаж проверить. Да черт возьми, топор. Классная штука. Гензель и Гретель, акт 1. Сцена готова, освещение меркнет и начинает играть пугающая мелодия. Мы переносимся в сказку братьев Гримм. Свет по центру сцены открывается занавес. Гензель, дорога домой исчезла. Мы видим детей в темном лесу, где за каждым углом их поджидают неизвестные опасности. Дети выходят. О, Гензель, вороны скрывали наши хлебные крошки. Гензель, не волнуйся, я буду за тобой присматривать. Они приближаются к странному дому, они не хотят подходить ближе, но начинается дождь, раздаются громы, буря усиливается. Они подходят и видят, что дом сделан из сладостей. Все, барахла больше нет. Поехали. Так. Музыка, прожектор, все. Замечательно. Наверное, эти лампочки показывают стадию постановки. Ну что ж, друзья, вот сейчас будет одна из самых прикольных загадок в игре. Освещение меркнет. Задники. Так, это задники. А, черт возьми. Рычаг сюда еще нужно притащить. С кинцом уже были. Что? Сет. Так. Это у нас гром, это у нас
дождь, типа, или что? Поехали. Раз. Есть. Дальше музыка. Поехали. Прожектор. Спасибо, спасибо за аплодисменты. Все, аплодисменты есть. Освещение меркнет, мелодия пошла, свет по центру сцены, открывается занавес. Поехали. Нет, джипом нет. А что за мысли такие необычные? Так. Дети выходят. Так. Дальше. Деточки подходят к странному дому. Начинается дождь. Теперь дождь. Опля. Дождик пошел. Дождик пошел. И теперь гром. Да, крыша протекает. Что там джипом раскусил? В чем он там раскусил? Были на развлекающей сцене, попали, блин, в настоящую сцену. Да мы уже не в доме. Надо мне больно, зачем ты делаешь мне больно? Разве я не была хорошей девочкой? Так.
Я тебя вижу, бля. Ты говоришь, кур, говоришь, в доме. Тебя вижу. Уже не в доме. Ты ж... А, нет-зомби, это не пятнашки, я бы сказал, такие, как бы, хорошие пятнашки, которые не вызывают ненависть. Вот понял Джипом, что говорит, а не Муша. Губка для доски. Так. Второй фрагмент поэмы. Некуда больше тебе убежать, все грехи твои, как на ладони, вместе с кожей твоей, что идет разорвать монстр, ликующий над твоей агонией. Ах вы... Идите к черту. Оп. Опа. Все. Вот и мы снова здесь. Домой мне страшно. Когда я смогу пойти домой? Вы можете позвать мою маму? Так, мне надо... Настоятельно рекомендуют. Кого?
Нет Зомби, ты скинул картинку обложки Silent Hill пиратскую. Эту обложку, наверное, придумал наш депутат Сергей Ларионович. Я тебе точно говорю, это он придумал явно. По трубе по водосточной паучок взобрался. Но полился дождь, крошка смытым оказался. Солнце вышло из-за тучки, мокроту сушит. И опять по водостоку паучок спешит. Выходи, малышка. Я не причиню тебе вреда. Постой! Что, Кур, ты в живодера превратился, уже успел? Уже в маленьких девочек стрелять решил? Погоди, девочка, ты куда? Ах ты, девочка, убежала от меня. Ах ты... Всё. Ух ты. С днём отца! Как же напоминает мне моего малыша. Ах ты... Я тебя так сейчас... пропишу. Заразы тут. Чё их вообще, собственно, можно было просто свалить по-тихому. Всё, больше тут ничего нет. Кроме пистолета, видишь, у меня винтовка сзади еще. Понятно, закрыто. Так, ну вроде все. А теперь фокус.
Папа, скорее! Чарли? Чарли! 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 Зараза мелкая. И что, хрен на доске изгонит нечисть? Сегодня поступил новый пациент по имени и возрастом неизвестно сколько лет. Имеет ряд интересных психологических особенностей. У пациента наблюдаются заметные нарушения в использовании некоторого невербального поведения, в особенности зрительного контакта, выражения лица и положения тела. Второе. Не проявляет интереса в простых социальных действиях, предпочитает уединение. Третье. Хотя обладает адекватной способностью говорить, он проявляет заметное нарушение в способности начинать или поддерживать разговор с другими. Четвертое. Кроме того, у данного пациента зафиксировано повторение своеобразных речевых построений, а также повторяющиеся манеры. Проявляет постоянную озабоченность деталями объектов. Требуется дальнейшая оценка. О, привет, гадюки! Доброго, как говорится, вечерочка. Диагноз стримера. Ну, папа, папа, останови его. Он делает мне больно. Останови его, останови. Сейчас мы его остановим. Хорошее место, чтобы поиграть в футбол. Несмотря на многочисленное применение электрошоковой терапии у пациента, не наблюдается отклонение от его предельных социально-дегенеративных черт. Сеансы в камере сенсорной депривации также оказались безуспешными. Мне кажется, необходимо применить более агрессивные методы. И я хотела бы на ближайшее время назначить встречу, чтобы их обсудить с уважением. Доктор Хлоя Зен, психиатр. Вот хорошая комнатка, чтобы сесть, отдохнуть, расслабиться. А это вот первое радио, заигравшее спустя, как бы после похищения радиста. До этого, которое радио мы встречали, они не играли. А здесь, как мы сейчас слышали, как-то с помехами там что-то поговорило и начало играть. Ну, по поводу диджея мы еще
когда пройдем игру, в комиксе там будет рассказано, чем заканчивается его история. Эх. Снова мне предлагают взять топор. Там, наверное, что-то забито, небось. Блин, зря я взял. Открыли. Гостиная. Эта игрушка выглядит прямо как фургон Патрика Напье. Патрик Напье, это кто забыл, тот жердяй в начале игры, который был. Уважаемые мистер и миссис, этим письмом просим вас принять наши искренние соболезнования в связи с трагической гибелью вашего сына 2 мая во время последней хирургической процедуры. Несмотря на все усилия хирургов, медицинские осложнения препятствовали всем усилиям сохранить ему жизнь. Мы также хотели бы вам напомнить, что эта хирургическая процедура была юридически обговорена в договоре, который вы подписали, когда ваш сын поступил в наше учреждение. Примите наши соболезнования, доктор Хлоя Зейн. Все, грохнули ребенка. Лоботомия или что они там ему хотели сделать. Так, моменто. Не-а, ко мне гости не пришли, не угадали. Это был звонок телефонный. Я снова здесь. Спокойной ночи, Нед Зомбю. Если интересно, то... Нет, это был Жанович, а не муж, а ты не угадал. На час... О! Блин. Не хочется мне с топором расставаться. Да ладно, Джуко. Только ради тебя.
Да, хреновая сковородка. Так. Это ж почему я извер? Так, а чё он? Зачем нам сюда предлагают выйти? Там мы уже были. Всё же помню, поорудовали сковородкой и хватит. Мамочка, я хочу к маме. Скажите, что это больно. Я хочу домой. Больше не хочу тут оставаться. Я не хочу больше принимать лекарства. У меня от них живот болит. После многочисленных попыток использования самого последнего экспериментального лечения, согласно соглашению, я чувствую, что у пациента не проявляется рекуперативного прогресса. Напротив, я считаю, что в действительности у наблюдается регресс, и любое дальнейшее лечение такого рода, независимо от интенсивности или частоты, не будет оказывать никакой помощи в лечении его странного социального расстройства. Моя рекомендация заключается в проведении полной фронтальной лоботомии при первой возможности. С уважением, доктор Хлойзи. У них тут монастырь был или называется... Места для проведения экспериментов над детьми. Внимание всем сотрудникам. Пожалуйста, обратите внимание, что западная дверь со стороны внутреннего двора заблокирована. Это поедающее бумагу отродье пошло дальше и проглотило ключ. Как подобного рода вещи могут происходить так часто? Во всяком случае, на конец этой недели ему запланировали процедуры. И я как раз намерен разобраться с этим вопросом. А до тех пор, пожалуйста, потерпите неудобства, проходя весь этот чертов путь вокруг здания до медицинского крыла. Да, сейчас. Yeah.
О, отпадли, а? Ключ сожрала. Так, ну, давай мне ключ. Отлично. Третий фрагмент поймал. Берегись, ведь еще не поздно. Покаяние не поможет просто забыть, но ошибки не будут преследовать вечно. Только ты судьбу свою можешь решить. Это последняя часть стишка. Надеюсь, этот мальчик пустит меня теперь. Я просто, может, это в прошлой жизни был этим хирургом, поэтому я так мастерски нашел ключ. Ключ к сердцу женщины. Сходим вот сюда. Так. Душевая. Неужели в душевой ничего интересного? Походу в душевой действительно ничего интересного. Ладно, черт бы с ним. Так. Все, вот эта дверь. А перед этим. А тут, собственно, и ловить уже нечего. Идемте к пацану. Ах ты... Хватит ваш. Кирка. Надеюсь, мне еще топорик прослужит. Так, ну все, к пацану. Айда к пацану, ребята. Полечиться может. А то что-то неважно, персонаж себя чувствует. О, вот это другое дело. Теперь хорошо. Да, идем к пацану. Сейчас стишок ему зачитаем. Я знаю стишок. Я его рассказываю, ты открываешь дверь. Мы ведь так договорились, верно?
Эй! Did you hear me? Ты меня слышишь? I said... Я говорю... Hey. Эй! Kid. Мальчик! Берегись там! Беги оттуда! Come on. Ну же! Бедный маленький Стивен Скиннер. И простит тебя даже священник, всюду ложь звучит, плачь твой мольбою. Но Сьюзи знает, каково было ей с тобой, чёрт. Некуда больше тебе убежать. Все грехи твои на ладони. Чёрт побери, оставь его в покое. Нет! Вместе с кожей твоей, что идет разорвать монстр, ликующий над твоей конем, боже, Чарли! Берегись, ведь еще не поздно, пока не поможет просто забыть. Сукин сын, он же всего лишь ребенок. Ошибки не будут преследовать вечно. Только ты судьбу свою можешь решить. О, Чарли. Мне так жаль. Прости меня. Чарли! О боже! Чарли! Мистер Пендлтон, я должен попросить вас уйти, сэр, у нас тут все под контролем. Где мой сын? Где Чарли? Прошу вас, мистер Пендлтон, вам здесь не место. Один из офицеров отвезет вас в ситуационный центр, и мы позовем, когда... Где мой мальчик? Он там! Чарли! Чарли! Зачем вы сделали ему больно? Он же вам ничего не сделал. Это не я. Постой, вернись. Там эта тварь. Это опасно. Черт. Прекрати убегать! Это опасно! Чёрт побери, ничего тебе не сделаю! Yeah.
Подожди же, я пытаюсь тебе помочь. Yeah.
Да, маленьким монстрам от этой волны тоже достается. Никак я их не запоминаю, лабиринты с красной хренью. Просто бегу, куда глаза глядят, как говорится. Там их запомнить будет проблематично, ибо они есть такие запутанные. Как вам нравится лабиринт разума с подвохом? Подсказка может и очевидная, но кто-то может, например, сразу не догадаться, в чем секрет данного лабиринта. Так, пойдем вначале. Пойдем налево. Разбушевался не на шутку, это точно. В глубине. Так невинен. Все, места у нас этого на карте нема.
Как видите, диджей Рикса уже все накрыло. Так, контроль освещения, ну поехали. О, спустился гад. Это лучше бы там наверху и оставался. Падла там с ножичком. Я как Индиана Джонс. Когда он в фильме, с ним там хотел драться один каратист, он постоянно на него посмотрел, потом взял пистолет и хлопнул. Вот я примерно сейчас так же сделал. А, черт возьми, действительно, шляпы нет. Так, вот эту люстру, по-моему, поднять надо, да? Так, раз, два, три. Надо люстру все-таки поднять. Вот это, кстати, дверь. Вот это вот. Немножко напоминает, как это была дверь во втором Silent Hill. Похоже, тоже так разукрашена. И нужно было там кое-что сотворить, чтобы она открылась. Ага, Макс Пейн. Ну а чё, Макс Пейн тоже в первой части по кошмарам бегал своим. Так. Глаза
символ Silent Hill'а. Огонек и снова глаз. А, про комикс часть. Ну, про комикс часть, да, там, как во втором. Психушка комикс. Психушка комикс, знаю. Забавно там это сделано. Два глаза, Silent Hill, огонек и снова глаз. Поехали. Комикс по злому Визину. Интересно. Будем надеяться, что это вино. Нет, вино, какой пенчик. Будем надеяться, что это вино. Да он, по идее, продается по всей стране. В магазинах 1С, скорее всего, есть. 1С магазины раскиданы по всей стране. Эй! Эй! Отвали от нее! Где? Зачем вы это делаете со мной? Спасибо, что пришли проводить вашего сына домой, мистер Пендлтон. Я знаю, это тяжело потерять ребенка. При всем уважении, думаю, вы вряд ли что-либо знаете. И я уже говорил, что это какая-то ошибка. Я похоронил сына много лет назад. Я вас понимаю, мистер Пендлтон. Все мы по-разному переносим горе. Верно? А теперь, если вы распишетесь за получение тела вашего сына, вы можете забрать его домой. Нет! Это не мой сын. Это монстр, убийца. Да, полагаю, что это ваша семейная черта. Что за хрень вы несете? Разве вам не ведомо, дитя? Вы зашли так далеко, что даже не понимаете, кто вы. О чем, черт бы вас побрал, вы несете? Часто ответы находятся прямо перед нами, Мёрфи. Их просто надо увидеть. Для чего вы все это со мной делаете?
Были те, кто обитал во тьме и тени смертной, узники страданий и оков, ибо пошли они против Господа и слова Его священного. Я понял, я все испортил, но я не видел другого выхода. Вы не понимаете, каково это осознавать, что я виновен в его смерти. Каждый раз, закрывая глаза, я видел лицо Чарли и все, о чем я думал. Эта тварь все еще жива, но я никогда не увижу своего мальчика. Зачем вы это делаете? Что вам от меня нужно? То, что я сделал с Напье, так ничего и не решило. Чарли все равно нет, а я застрял в тюрьме. Все вышло из-под контроля, и все это была моя вина. Я всего лишь хотел, я просто хочу вернуть свою жизнь назад. Месть — это долгая и коварная дорога. Так ли, мистер Пендлтон? А где, по-вашему, она заканчивается? Он ваш, если хотите. Вам нужно лишь признать в нем своего сына. Я знал, что в конце концов вы придете. Добро пожаловать домой, мистер Пентл. Хвала Помогите на помощь. Папочка, помоги мне, прошу. Папа, помоги мне, помоги. Ты где ты, папочка? Чарли! 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 Держись, я иду. Чарли! 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 Ты убил его? Ты убил Букимена? Это уже не важно. Это не вернет тебя обратно. Ничто не сможет тебя вернуть. Это не твоя вина.
Прости. Она лжет тебе. Какие герои страшные. А что они должны быть? Бабочками и феями летающими. С крыльями. И анком над головой. Ключ от яхты. Отлично. Ну, не знаю, по-моему, рожи у них довольно нормальные, как, собственно, и главный герой. Что в нем не так? Вроде нормально выглядит. Наконец-то мы снова в цивилизации. Ну как цивилизация? Сложно это назвать цивилизацией полноценной. Но хотя бы не в монастыре. Естественно, нас никто просто так из города не выпустит. Так что, в общем, по-моему, нормально выглядит главный герой. Не знаю, что, мышка, тебе страшного показалось. Так, это в обратку. Значит, ребята, мы к вам не пойдем. Пойдем вот так. Looks like one of those weird paintings. Похоже на одну из тех стран. Оп,
Чё я вижу? Ну, гады, держитесь. Папочка снова в деле, да, такое выражение, как там? Вот теперь я во всеоружии. Так, судя по дневничку, у нас есть все картины, чтобы в художественной галерее. Выполнить то задание. Так, птичек двух не освободили. Удочка. Гомеру нужна удочка, чтобы помочь, значит, себя прокормить. Сказал, что если я отыщу для него одну, он покажет новый маршрут. Так, знаки это не то. Так, это все выполнено, выполнено, выполнено. Так, птички. А где ж про картины? Сколько-то мы там... Две картины как раз-таки вроде. Или... Сколько ж мы картин там? Вот у нас две картины есть. А там вот... Не знаю, Джипом, помнишь ты или не кто-то другой? Там две или три картины нам не хватало. В галерее. Чтобы на столе... Все как бы сложить. Похоже, для кое-кого это было особенным местом. Джипомич, если не трудно, или кто там, может, кто другой, откройте в Ютубе прошлую часть и посмотрите в галерее художественной, сколько там картин нам на столе не хватало, две или три. Ритуальные услуги. Объявление о похоронах. Сердечно приглашаем вас посетить похороны Эллисон Элейн Верден с 23 года по 99-й. Панихида будет проводиться во вторник в 11.00 9 ноября в похоронном бюро Перкинс, а затем последует погребение на кладбище Монро в 13.00. Развеять прах в особенном месте. Нам, насколько я понял, за этот развеянный прах в особом месте дадут в награду код. А что за такое затишье в чатике? Прям такая тишина.
Да нет. Как раз таки не одна, там прилично людей. Так. В Ютубе там 3 человека, и на Good Game 8 там или 6 человек. Сразу прогуляемся на пристань. О, Курт Вейдер живой. Это радует. Так. Что у нас тут? Ну вот, по-моему, это самое место. Горит. Ага, Анимуша. У-у. Сова сказала. Так, где там прах надо развеять? Вон, наверное. Вот там. Надо запомнить, если что, что здесь лежит. Джипомич, а ты помнишь, в какой части пристани в урну с прахом развеять?
мне вот это место с мостом подвешенным чем-то напоминает момент в первом Silent Hill, когда там мост надо опускать. Еще один символ. Что же он означает? Так, ну здесь нам не пройти. Как упал Алекс с лодки, оказался на берегу. Это, конечно, забавно, как его течением принесло. Фрагмент гармония, вторая часть. Используйте в качестве защитного символа среди алхимиков и магов. Опустили. Но сначала пройдем. Блин, нехорошо, что дождь пошел. Бедный малыш. Дождя он боится, мы это узнаем в конце, хотя и уже можно понять, почему отчасти. Даже я бы сказал не в конце, а пораньше даже. Хоть прям пристрели еще. В принципе. Да, в Саферинге еще какая тема тюрьмы была. В принципе, кто внимательно следил, уже может примерно сделать выводы, почему главный герой так не любит воду и боится дождя. Тузы восьмерки. Рука мертвеца.
heart was ripped out of his chest. Его сердце вырвали из груди. Не повезло заключенному данному. Человеческое сердце. Thank you.
неплохой арсенал еще. Так, где там этот бессердечный? Вот здесь гад же был вроде. Хотя не, на этаж выше. Забирай свое сердце, покойник. Спасибо. Спасибо за аптечку. Она была мне так необходима, чтобы я прошел через ад там внизу. Но зато помог человеку. Вернул ему сердце. Разве оно того не стоило? По-моему, как раз таки нет ничего важнее, чем вернуть человеку утерянное сердце. Мы сделали доброе дело и должны этим гордиться. Ну, это было сделано ради нашей кармы, так сказать. Я более чем уверен, что данное задание улучшает карму главного героя. Здесь же концовки зависят от кармы главного героя. Карма ухудшается от того, чем больше ты убиваешь врагов, тем хуже твоя карма. Ну и плюс выборы, которые сделал по ходу игры, они сильно влияют на карму. Вот. Наверное, от того, что мы сделали доброе дело. Теперь карма должна была улучшиться. Что там блестит? О! Потрошки. Как же мосты... Похоже, что в Silent Hill один мостик, что здесь. Гениальный совет, если вы застряли с головоломкой, попробуйте взглянуть на нее под другим углом. Что там лежит? О. Зажигалка. Мне вот интересно, зачем тут эти вещи дают? О, сковорода. Зажигалки по несколько раз. Неужели мы ее могли упустить? Погоди, что с этой картиной?
Что-то изменилось? Так, ну на самом деле... Так, все очень просто. Значит, картина вверх головой. Телевизор выключен. Лампа горит. Телевизор. Теперь картина. Что там еще? Ничего больше. Кривое зеркало, но... Ой, сколько добра! Ой, сколько добра! Ой, сколько добра! Ой, сколько добра! Две обоймы на пистолет и две аптечки. Это ж сказка. Вот это я понимаю. Так, центр психиатрического здоровья Silent Hill. Пациент. Молодая белая девушка, 20 лет, в хорошей физической форме, без каких-либо отклонений в физическом или психическом здоровье. Первоначально она пришла ко мне в кабинет после рекомендации от своего семейного врача, жалуясь на бессонницу, усталость и депрессию. Пациентка недавно потеряла близкого родственника, старшую сестру, но отказалась рассказать подробности. После дальнейших бесед мне удалось диагностировать, что пациентка страдает острым обсессивно-компульсивным расстройством. Пациентка описала повторяющиеся кошмары, беспокойство, вспышки гнева и приступы паники, вытекающие из иррациональных убеждений, что если она не будет повседневно производить повторяющиеся ритуалы вокруг своего дома, люди из зеркала причинят ей физический вред. Отправил рекомендации ее семейному врачу о том, что она страдает от обсессивно-компульсивного расстройства с возможной шизофренией, советуя проводить дальнейшие проверки и, возможно, назначить применение антипсихотических препаратов. Доктор Ари Ричмонд. В общем, ребята, кто, собственно, не видел нулевого Silent Hill Origins, вот, тот ничего особого здесь не увидит. Но тот, кто играл в Silent Hill Origins и проходил его, тот может помнить и знать, что там была одна пациентка больницы, у которой как бы виделись люди в зеркале, и как бы она страдала психическим расстройством и все говорила, что они хотят там ей причинить вред или ее сыну, вот, и у нее с этим шизофрения развивалась, вот. И вот, собственно, вот этот мини-квест с кривым зеркалом, это получается большая такая, ну как большая, в общем, отсылка к нулевому Silent Hill, и вот, как видите, чем это все закончилось, данной женщины, которая здесь жила.
просто не выдержала психических расстройств и повесилась, как можете видеть. Вот такая вот печальная история у данной женщины, которая здесь проживала. А не важно, на чем повесилась. Сам факт, что повесилась, как бы. Психика не выдержала. Ну, естественно. Как от такого, как говорится, слабому человеку не повеситься, если тебе мерещится, что люди в зеркалах могут тебя убить там или навредить как-то. Естественно, от такого крыша поедет совсем. Охренеть. Ку-ку. Котиком и валерьяночком. Так, еще один патрон есть. Нету там больше никого. Так, это... Дорога в метро. Сами так. Да, у нас не конец игры, но был бы, если бы сегодня был, там не сегодня, а там в другой день стрим. Так, а вот, собственно, пристань и вон та самая лодка. Лен вмешался. Poor little guy. Бедный малыш. Чарли. Ага, иди сюда, иди, сейчас мы тебя. Ах ты, падла, ну я тебя сейчас. Как раз последний патрон. Получай. Не, у меня сегодня под рукой не круассаны. У меня сегодня под рукой нечто другое. Я в чатик до этого там скидывал набор пирожных, которые купил перед стримом в магазине. Так что у меня сегодня... У меня сегодня не круассаны под рукой. Да, она от патрона точно перфигела. Так, ну вот все, друзья. Вот она лодка. Вот эта лодка. На ней мы можем уже все. Покинуть городок Тихий Холм и отправиться, как говорится, в освояси. Вот. Наш билет с этого города. Вот он, заветный билет. Вот он, ключ от яхты. Все, две картины есть. Теперь главный вопрос, друзья. Я так понимаю, вы скажете, что... Сегодня мы город покидать не будем. Это уже все. Финал. К финалу пойдет дело. Вот.
И вы, наверное, сейчас скажете, что... А, да, ученые из... N-A-E-R, ну да, объединение, вот. Я думаю, что вы все скажете, что рано уезжать с данного городка, в финал, как говорится, да? И скажете, давайте еще пройдемся тут, что-нибудь найдем и, возможно... Удочку бомжу отдай, потом вали. А у меня удочки нет же, мы еще не нашли удочку. Еще вот урна есть, заполненная прахом. Надо ее где-то... Короче, вопрос, главный вопрос. Сразу задаю всем. Ну... Ага, опять кто-то там уже. Знаете... знать, как отвлекать. Так вот, главный вопрос. Нет, я не про продолжение. Вопрос вот в чем. Мы забиваем болт на все, что может там еще оставаться в городе Silent Hill, и отправляемся во свояси на лодочке. Вот, сваливаем, как говорится, отсюда. Вот. Либо, скорее всего, мы это сделаем... Ну, я имею в виду, сейчас-то мы продолжим и пойдем дальше в город искать приключений. Вот. Я имею в виду, что мы это сделаем на следующем стриме. Отправимся на лодке там... Ну, к финалу игры, собственно. Вот. Так что, ребята, давайте, говорите, кто за то, чтобы сегодня продолжить в город отправиться, там что-нибудь интересненькое еще надыбать и сделать. Вот. А кто за то, чтобы... Как говорится, а ну это все к черту. Плывем навстречу приключениям и свободе и к финалу игры. Последней части. Как говорится. Так что давайте. Решайте, пока я тут в доках. Говорите, кто за то, чтобы к финалу мы отправились на следующем стриме, а на этом стриме мы сейчас тут еще в городке что-нибудь доделаем. А чё голосовалку-то пилить? Привет, дикий. Я ж и так могу посчитать. Я-то могу в чате запилить голосовалку, но по сути можно и так посчитать. Вот человек один сказал, вот Аня говорит за город. Курт тоже говорит за город. Джипом тоже говорит за город. Вот, город. Все, значит, отлично. Город нас ждет. Все, значит, навстречу приключений. Пока мы тут в городе бродить будем, ты можешь сварганить себе и хавчика, как говорится. Так, здесь все закрыто, как я... Да. Он спит с открытыми глазами. Знаешь, есть такой вид сна, когда человек спит, и у него открыты глаза. Есть такой сон с открытыми глазами. Вот Курт Вейдер — это именно такой человек. Спит с открытыми глазами. Кстати, грузовик вот этот здесь. Грузовик. Возможно... Возможно, это...
такой мелкий намек на нашего дальнобойщика. А может и не факт. Кстати, не знаю, вот и не помню, что у него там за грузовик, что у него было написано. Как же вас тут много. Все. Где повезло? Вот троллим друг друга, да? Так, ну все. Теперь, значит, Джипомич, подскажи-ка одну вещь. На какой из пристани нужно развеять прах? Вот у нас есть прах, который нужно развеять. Вот. И еще у нас есть две картины. Но, собственно, картин я не помню, то ли две, то ли три нам оставалось в галерею принести. Вот. А вот где прах развеять? На какой из пристани? И где удочку откопать, это мы не знаем. Действительно, вон гадюка спрашивает у всех, ночной дожор начался, что ли, что все жрать позахотели. Хорошо, что я сытый перед стримом. Скушал, как говорится, с чайком пироженки. Да, действительно. Колбасит не по-детски. Джипомич, ты лучше мне скажи, ты помнишь, на какую из пристаней в урну нужна? Использовать топорик. О, дают. Хорошо, когда ты сытый, и у тебя иммунитет. Так. Хотите, чтобы я кинул пироженки в чат? Хорошо, момент. Сейчас я кину пироженки, которые я сегодня купил. Сейчас вам будет. Вот вам пироженки, которые я купил. По 10 рублей с заварным кремом и 17 рублей картошка.
сразу в рот. Ай, блин. Да уж, сразу в рот пироженки. Ну мы что, не в Москве? Так. Ростовская... Ростов-на-Дону и Ростовская область. Так, а где тут, черт возьми, эту урну надо использовать? Здесь же вроде. А, вот. Нашел. Сто шестьдесят восемь, 14. Все, отлично. Теперь можем вернуться в тот дом. Да, вот, не зря. В Ростове и в Ростовской области есть кондитерская «Золотой колос» и ценники хорошие. Да, после Москвы будут цены везде недорогие. Ну, разве что еще в Питере, может, подороже. Это Silent Hill Downpour. Самый, один из последних Downpour. Это как бы, ну, из больших Silent Hill'ов, AAA проектов, это последний. Silent Hill Downpour. А почему о нем много кто не слышал? Потому что он вышел только на PlayStation 3 и Xbox 360. И студия обанкротилась. И все. Не выпустили на ПК. Так, это тот домик. Вроде тот. Кухонька. Где там сейф? Что, Сергей Ларионович уже это зачитал книгу? Так, блин, вроде же. Я бы не сказал, что именно у Silent Hill сильно жанр поменялся. Вот у Resident жанр поменялся. А Silent Hill 5 Homecoming стал таким... Да, там экшона добавили. А здесь в Downpour экшона мало. Здесь больше в стиле классики. Вот элемент исследования, врагов не так уж и много. Вот, и в этом-то вся и прелесть. Ну да, боевку поменяли. Боевка-то всегда в Silent Hill была. Экшона не намного больше стало. Просто стиль действительно поменялся. Так, блин, это не тот дом с сейфом получается. А нет, тот. Так, 100... Какой там код был? 18064 или какой? 168 14.
8. Есть. И это и все. И это, блин, и все. Ради этого мы прах к праху делали. Да никто мой чат не ломал. Короче, пускай пистолет тут и валяется. Все, друзья, с урной мы сделали все. Да, Аня, ты правильно говоришь, что слово экшен действительно ассоциируется со зрителем Tomb Raider X, который зашел к Ларионовичу и на фронт Мишени сказал: «Чё за херня? Где экшон? Чё за новелла какая-то?» Вот. Так, ну все. Это мы тоже сделали. Так, теперь последний вопрос перед тем, как сваливать из города. Скажите мне, наконец, здесь мир меняется не при появлении монстров, здесь мир меняется в определенных местах по сюжету, когда тоже тут что-то вроде сирены начинает выть, и все начинает превращаться в, ну, как бы в другой мир, и реальность начинает меняться, и тут как бы здесь, в этой части, реальность такая решетчатая становится тоже. Решетки, там, шипы. Вот. И вода. Как бы тема данного Silent Hill еще и в воде. В дожде, в воде. Как бы Downpour, это по сути как такой большой ливень. Вот. А все потому, что это как бы здесь один из страхов главного героя — вода. Так, ребята, мне нужно знать две вещи. Две вещи нужно знать. А вот у меня сейчас есть картина надежды и картина свободы. Вот. И как бы, если это все, то я сейчас отправлюсь в художественную галерею, и мы сделаем квест с этими картинами. Вот. Если картин не хватает, то тогда печаль, беда. То же самое, а удочку джипом, вот где я могу найти эту удочку, вот скажи мне. Я понимаю, что ты переживаешь за бомжа, вот. Но все-таки скажи мне, где я могу найти эту удочку, блин? Мы уже тут почти везде были. Короче, картины, я как понял, у нас все есть уже, можно идти. Я, в общем, иду сейчас тогда в картинную галерею. Вот. А ты тогда можешь это посмотреть, собственно, где можно найти бомжику удочку. Давай, Джипомич, проудал. Средний, ты вы все забываете, средний уровень сложности. А я пока... Да, ты вот картинку скинул.
Так, я хрен пойми, что там на картинке. Но как понял, это как раз таки я сейчас нахожусь где надо. Аня, я помню, где галерея. Так, вот. Я спустился. Вот, причал здесь недалеко. Так, что вы там все-таки скинули? Ну-ка. Так. Значит, удочка будет где-то здесь, среди домов, получается. Где-то тут, вот, среди домов, получается, будет удочка. Идешь на причал Ремсканер, как только попадаешь на него, поворачиваешь направо. Там есть забор, в котором есть дыра. Проблема в том, что я вот, может, и бегал тут уже, удочку пропустил, потому что боюсь дробовик потерять. Ага, вот, я тут даже не был еще. Так, вот, я тут даже не был. А вот и удочка, да? Да, вот и удочка. Блин. Все. Замечательно. А это куда у нас? Что это у нас за дорога? Ну, вы о бомжей, конечно, заботитесь. Куда эта дорога ведет? Ага, понятно, эта дорога ведет. Мне вот бы знать одну вещь. Я, блин, сейчас, пройдя здесь, потом, как дурак, ну, дверь не будет закрыта сейчас в итоге. Так. Ну конечно, конечно. Закрыто. Хрен тут пройдешь, блин, надо, наверное, вначале удочку этому. Вашему любимому бомжику отдать. Придется, блин, идти. Да, вот именно джипом. Я поражаюсь. Могли бы лучше чем-нибудь другое дать. Что уже в городе действительно почти все сделано. Толк от этого метро. Хотя, знаешь, возможно, фишка этого метро в том, когда ты второй раз игру будешь проходить на эту, на секретную концовку. Вот я думаю, в этом фишка метро. Там же зажигать свечки, вот там предметы, вот, наверное, это для квеста вот этого. Ну все, бомж, милый бомж, мы идем к тебе. Иду я к тебе с удочкой. Все, ребята, можете спать спокойно. Сейчас мы бомжика порадуем удочкой. Ну да, тут не настолько большой город. Сейчас мы порадуем его удочкой. Он будет счастлив, сможет ловить рыбку. Может поймать Сергея Ларионовича на удочку. Так, а теперь, значит,
Так, слушай, Джи, помнишь, да тут до него рукой подать, до бомжа этого. Он тут недалеко уж, вроде, спуск был. Были бы такие девушки, покормил их, они тебя любят. Такс. Так, а это куда? Куда это ведет? Так, насколько я помню, это началось. Остановим стрим микс, и не будет нас топить. Так, насколько я... О, радио. Насколько я помню... Так, а, ну это дом с символами. Да. Антивирус за бомжа, как и все мы, переживает, действительно. Надо человеку помочь. Хочешь помочь человеку, дай ему удочку. Есть такая поговорка. Да, в комнате 302 ему было бы уютно. Но за... просто в метро там валяется бочка, которая согревает очень хорошо в холодный вечер или там, не знаю, день Silent Hill. Да, там безопаснее. Нет, слово безопаснее сразу напоминает выражение «иди в полицейский участок». Там будет гораздо безопаснее. Все мы знаем, откуда это выражение. Тоже мне, блин. Так, где эта чертова дорога? Куда нам надо? Все, сейчас получается, бомжику отдадим удочку и зайдем в картинную галерею, разложим картины и все. Дела в этом городе наши завершены. Так. Проблема в том, еще помнить дорогу. Так, ну что, можно включить стрим. А, ни хрена. Короче, стрим микс-то, да. Тебя что-то вас не взлюбил. Отдыхай. Так. Магазин. Во, не здесь ли наш бомжик обитает? Нет, не здесь. А не добавлял еще. Ну, фишка в том, что, как видишь, Курт, он... поначалу не ругает. Так, я не хочу сейчас идти тут по метро. Потому что сейчас опять, блин, будет закрыто.
Так, а где ж тут? Джипом там закрыто сейчас опять будет. И что мне потом делать? Опять назад бежать? Так, значит. А вот кинотеатр. Блин, а где там этот? Галерея была. А вон напротив этого. Я ж, насколько помню. К нему спуск был. Напротив. Подожди, к нему был спуск напротив векового здания, получается, да? Я ж ничего не путаю. Где-то он здесь недалеко был. Это у нас что? Ну это не галерея, явно. Да, вот здесь, по-моему, метро вход, и здесь этот чертов бомжик должен быть. И, по-моему, как раз-таки вот, все, наконец-то бомж. Мы сейчас тебе удочку отдадим. От, блин. Да ёлки-палки. Чё тут так много вопросиков? Такая подойдет? Go and show me that map one more time. Дай-ка мне еще раз карту. There you go. That's all I have to show you. Good luck, friend. Удачи, дружище. Hope you find your way home. Ух ты, гля, он красным показан. Его что, убить можно, что ли? Гляньте, прикол, красным. Его действительно, похоже, убить можно. О, зашибись. Все, станция метро под нашим контролем. Да, конечно, я не собираюсь его убивать. Нет, конечно, я его не собираюсь убивать.
Не буду я убивать его. Мы столько такой путь проделали, чтобы удочку ему отдать. А я буду его убивать. Это к Сергею Ларионовичу. Вот он может. Не буду, Курт, я как Джипом и Аня. Не буду убивать невиновного. Человек отдыхает спокойно себе. Так, а вот, собственно, и, по-моему, галерея. Галерею правильно пришел. Да, вроде правильно, здесь было. Где чертова галерея это была? Я, походу, ошибся адресом. Неужто вон там, где банк? Здесь ни хрена. Джипомич, ты помнишь, где галерея была? Ну вот, вопросики синие. Неужели вон там, вон, где банк? Да, да, вот этот вот, какой вопросик именно, же помнишь? Внизу справа или вот тот какой-то? В центре. Вон то, что ли? Где Bright Street? Вот там галерея. Черт возьми, да. Хотя... Ну давай, давай, иди сюда. Ты глянь. Значит, я вот надеюсь, тут будет проход. Да, картины, я надеюсь, я все собрал, потому что если я не собрал картины, это будет печально, скажем так. Так. Так, надеюсь, это она, зараза. И, друзья, мы все сделаем в городе в этом, по сути. Для первого прохождения будет сделано все. Остальные квесты будут доступны только уже во втором прохождении. Да, вот она. Ура, ура.
Такс. 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 Это карта. Отлично. Все, карту. Карту мы забацали. Что это так тут светится ярко? Так, же помнишь, карту мы забацали, теперь... А вот. И что, же помнишь, как я понял... А, на кладбище в урны три штуки расставить. Три в урны там, по-моему, или просто это кладбище, которое в монастыре склеп был, правильно? Вон оно, кладбище чертово. Вот, теперь наша награда будет, как вы поняли, вот это крестик. Вот это карта вот города Silent Hill, вот это. И то крестик. Это клад. Так, где тут, вот, черт возьми, выход? Выпустите меня отсюда. Во. Здесь где-то вот. Вот он. Все, кладбище, наш последний пункт назначения. И лодочка, лодочка моя, жди меня. Жди моего возвращения. Так, кладбище. Вопрос лишь в том, так, вот теперь вопрос, через метро пойти или так, по старинке, пешкалем. Ладно, хрен с ним. Пойдем через метро. Надеюсь, Pleasant River этот... Та станция, которая нам нужна. Получается, вот. Или вот
Так. Пойдем сюда. Еще бы не было стрёмно в метро Silent Hill-то. Все, пришли. Так. Куда мы вышли? Отлично. Ну что, ребята, идемте на кладбище за нашим кладом. Все, наверное, уже в предвкушении, в нетерпении увидеть, что там будет за клад. Что нас будет ожидать за награда? Ну, Джипомич, это ж, по сути, лазит там, где лазили вы, это как в этот, в бомбоубежище полезть. И там побродить по туннелям советским. Вот-вот. Так, а вот и кладбище наше. Так. Теперь главный вопрос. Где тут конкретно этот клад был зарыт? А вот. Открыли. Отпереть тайник граб. Вот, видите, это тут охранники склепа. Медсестрички местные. Те же самые символы, что и на карте. Ай, блин, у звездилятора не получилось. Так, получается, надо нажать вот эту хрень. Вот эта хрень была, вот эта хрень была. Значит, раз, два, три. А тут, Джипом, а ты не помнишь, тут их вообще в этом... В порядке надо нажимать или не в порядке? М? Порядок тут имеет значение? Вот так, так, сяк. Ладно, хрен с ним. Такс. Раз. Она не имеет. Два. Так, два есть. Три. Какой там еще символ на карте был? Вот. Этого точно не было. Этого точно не было. Этого точно. Вот этот, по-моему. Сволочь. Получай, падла. Сволочь. Так. Ух, куда мы полезли, а?
Это Индиана Джонс все-таки. О! Патроны для дробовища. О! Ты ж. Такс. По-моему, этот видел. О, да, открыть. Ну что, друзья, сейчас будем скрывать склеп. Или это вот этот открыть? Да. Круто. И ради этого мы сюда пришли, да? Ради вот этого вот... Буба Крофт. Вот мы весь этот путь проделали только ради вот этого топорика, да, Джипом? Вот, чисто ради этого. И мне предлагают выбросить дробовик и оставить себе этот топорик. А, ну в принципе один патрон. Короче, хрен с ним. Пальнуть что ли на прощание? Ритуальное самоубийство топором. Вот и манечина, Курт. Так. Ну все, друзья, теперь самое интересное. В склепе мы побывали на кладбище. Сокровища получили, люлей тоже получили. Все дела мы в городе завершили. Теперь, собственно... Идем туда, куда собирались изначально. Сваливать из города нахрен на лодке. Сваливаем теперь из города на лодке. На память оставил я себе этот томагавк. Все, прощайте, медсестры. Ленточки. По-моему, с ленточками Джипом даже не знаю, был у нас этот квест, делали мы его или нет. С птичками мы точно решили. Все, медсестры. Прощайте. Кук Стрит и Лэнс Лейн Ламиненко. Почему? А все очень просто. Это как и во втором Silent Hill, собственно, появляются предметы новые, как и в первом, которые позволяют тебе получить другую концовку. Здесь при втором прохождении открывается квест там свечки зажигать и лопатой вскрыть закопанные сокровища. И это квест как большая пасхалка. Там будут предметы с прошлых частей довольно-таки интересные. Вот. И сюжетные, и не только. И когда ты все это решишь, то там будет шуточная концовка с героями прошлых частей и не только. Вот. Вот для этого проходить второй раз игру, выполнять этот квест. Если есть желание. При первом прохождении, к сожалению, он недоступен. Хотя могли бы сделать, чтобы был доступен. Так, Джипомич, ты говоришь, блин. Ну, да, это шуточная концовка, но веселая, там говорю. Джипом, ты в курсе? Ты говоришь мне Лэнсдейл Авеню.
Лэнсдейл Авеню, блин. И Кэмпбелл Стрит. Это вообще начало игры, елки-палки. Серьезно, что ли? Начало игры? Кук Стрит. Брайт Стрит, Элэвэ. Кэмпбелл Маккейн. Кук Стрит. Кингхэвен. Да нету тут Кук Стрита. Сол Лэнсдейл Авеню, Лэндхолл, Рэдклифф. Кэмпбелл. Маккейн Стрит. Кэмпбелл Стрит. Маккейн Стрит. Брайт Стрит. Лэймонт Авеню. Рэдклифф. А, вон Кук Стрит. Ну там, блин, перечеркнуто. Эх, блин, Кук Стрит Банк. Так, это опять там в метро. Да я уже увидел, это перечеркнуто. Маркером прям перечеркнуло на ней. Ну, идем мы с пятачком, да, с томагавком. Слепой как крот. Так. Перл Крик. Да, наверное, Перл Крик нам. Перл Крик. Куда надо? Перл Крик. Нет, Порт Дистрикт нам не нужен. Снова здравствуй, мистер Бомж. Pleasant River 3. Тоже не нужно. Опа. Он что, умер, что ли? Ребята, он походу либо он так крепко спит, либо он действительно помер. Вот так вот, блин, старались, он взял и будем надеяться, что он спит. Не, я его грохать наоборот не хотел. Что за шоколадку ему принес? Так. Шоколадка из автомата, же помнишь, нормальная шоколадка.
Ох, я тебя сейчас... Кстати говоря, вот та ленточка. Желтая, это значит налево. Слушай, Джи, помнишь, как... Мне сейчас не объявление надо найти. Мне сейчас нужно дорогу на Кук-стрит. Бомжа жалко вот. Светофорик. Вот ваш Кук-стрит, любимый. Так. Бомжа жалко, не надо на больное. Так, и где ж тут этот постер о пропаже девочки? А вот, кстати, тот самый банкомат, где мы шоколадку бомжу покупали. Вот. Шоколадный батончик еще один есть у нас теперь. Джипомич, где объява о пропаже? Тоже мне шоколадный батончик бабушку Пэт предлагаете. А, вот, походу. Адриана Джонсон. Последний раз Адриану видели 11... Я тебя сейчас... Ну, я тебя сейчас... О, неплохо ее томагавк отработал. Значит, последний раз ее видели, возвращающийся около 14.15 домой из школы Хиллсайда. Адриана страдает от аутизма и склонна уходить далеко от дома. От автобусной остановки до маршрута, отмеченного цветными ленточками, которую взвесила ее мать. Арианда имеет... Да, я знаю, что мне карму только портят. И были случаи, что она меняла маршрут, чтобы его избежать. Так, ну поехали, ленточки. Тут, кстати, квартира этого. Квартира 302, вот она. Наверху. Так, ну чё, путник. Путники. Дождь еще. Так, короче, чтоб дождь прошел. Подымусь-ка я в квартиру. Джипом, а в этом квесте ленточки нужно все найти. Вот она, квартира.
Вот она, Курт, или кто там еще не видел. Вот она. Знаменитая 302-я квартира. Все ленточки. Где ты мне скидывал картинку с этими ленточками? Короче, одна будет возле банка, да? Я правильно понял? Одна будет там, возле банка где-то. На пересечении с Брайтон. Мне другой интерес. Тут надо все обыскивать или не надо? А дождь не прекратился, падла. Так, значит... Не надо все, да? Отлично. Значит, сейчас сразу пойдем к цели. Да-то зараза. Так, вот она ленточка. Вот она ленточка. Сладенько. Такая мамочка продолжит затянуть дорогу домой. Запомни правила. Желтая ленточка перенес налево, красная ленточка направо. Я знаю, ты иногда путаешься, так что будь большой. Так, ну понятно. Налево. Все, лето нашли записку. Что там? Записку нашли. Дальше. Ёлки-палки, Джипомич, это что получается? Аж на пристань надо идти. За ключом от дома. Так, погоди, если на пристани, черт знает, на пристани, да? Значит, нам надо в метро. Да, о, ленточка. Красная, значит, направо. Так. Джипом очень сильно захотел сделать задание с ленточками. Джипом, так точно, блин, вот... Я сейчас пойду на пристань. Мне точно не надо будет сейчас, блин, из-за того, что я пойду сразу на пристань, ну, по вот этим ленточкам, мне точно, блин, еще один символ. Что он означает? Мне точно не надо, блин, будет сейчас. Ладно, хрен с ним. Идем на пристань. Ключ от дома и... Будем надеяться, что ты... Хороший кукловод, а не... Плохой, некачественный. Так, Порт Дистрикт, нам туда, только вот, нифига тут, туда так просто не пройдешь, значит, Pleasant River пойдем. Бомж, надеюсь, спит. Ну смотри,
Ты вот что картинку в чат скинул? Там 1, 2 Это мы уже нашли. Объявление и записку. Дальше идет ключ от дома 3 в порту. И 4 дом девочки. Значит, нужно идти в порт за ключом, раз 3 по логике, а потом только в дом девочки идти. А по ленточкам тебя все и ведет туда, к порту, получается. Pleasant Port. Так, мне надо на порт. Вот это не на порт у нас. Ни хрена не на порт. Ну ладно, черт с ним, пойдем так. А хрен его знает, джипом. Я по метро тут почти не бегал. Да ёлки. Так. А, ну вот. Вот. Куда надо пришли. Зарядка, конечно, физзарядка еще никому не мешала. Такс. Вот. Вот ленточка. Кажется, на вес тогда. Так, куда там на это конкретно? Да, правильно, все сюда. А, ну вот ленточка еще. Вот красная. Да-да-да-да-да. Вот еще. И вот он ключ. Какого черта? Все отлично. Это городской адрес. Лемон Стрит, все. Найти дом девочки, отлично. Да, джипом, квест, который называется «Заставит вас побегать». Лемон Стрит. Ох, ёлки, Лемон Стрит. Так, ну туда получается... Зато это последний квест. И все. Отправимся мы во свояси в финальную часть, как говорится. С чистой совестью. А, ты в этом плане, что помнишь. Кстати, хреновый стяг кукловод в том плане, что... Ни хрена не говорил, куда и толком идти, чего. Называется, показал карту. И дальше сам возись. Ты должен был, как анимуша, говорить, поворачивай налево, направо.
Поэтому неважный кукловод получается. Ну не, так это... Так дело, понимаешь, джипом, так дела не делаются. Тут, конечно, Тенемуши самый крутой кукловод. Там за ручку куда надо прям все проведешь. Такого кукловода это поискать еще надо. Так, чертова Лемон. Где это Лемон? Чертова Лемон Стрит. Так. Тебе в подметке что-то вообще никто и не годится совсем. Да я вижу, Курт, что тут походу... Хотя, может, и нет. Вон, там дверца есть. А ну-ка, сюда нет. Так. Сейчас мы... Вот, отлично, метро. Вот, отлично. Все, мы близко к цели. Мы близко к цели. Чертов Лемон Стрит. Сейчас мы выполним этот квест с девочкой. И как ты говоришь, джипом. Посмотрим, увидят зрители отдачу первой части Элизы или не увидят. Так, вот, шикарно. Все, шикарно. Лемон Стрит. Вот кинотеатрик. И вот квартира. Так, вот она вроде, зараза. Нет, же, по-моему, я его не выполнял вроде. Да, точно, по-моему, не делал. Так, заходим. Здрасте. Вот мы и дома. У маленькой девочки. Наконец-то я сделала это. Я больше не могла это выносить. Видит Бог, я пыталась дать ей счастливую нормальную жизнь, но я устала и вымоталась, и я просто не могла выносить это ни минуты. Люди будут меня осуждать, называть чудовищем и задаваться вопросом, почему. Но пока они не жили с таким ребенком, как она, они не могут знать, как это тяжело каждый день, каждую минуту. Она никогда не будет нормальной, она никогда не повзрослеет и не начнет вести нормальную жизнь. Я жила во лжи, настало время проснуться от кошмара. Я дала все, что могла дать. Теперь для меня настало время начать жить своей жизнью. Не пытайтесь найти меня, вы никогда меня не увидите. Моя новая жизнь начинается сегодня. Да простит меня Бог. Эмми. Да, вот только Джипомич, почему ты сказал, что прям первой часть это отдают?
ты говоришь, совсем мразотный этот. Здесь-то никак тебе в первой части. Вот мамочка, а. Дочурку-то свою. Это называется мамулечка. Мамулечка поехала головой, и, видать, она не любила свою дочурку. Вот вещички лежат, видите? Так она любила свою дочурку, что в итоге так все закончила. Ну, в общем, очередная грешная душа. А нам пора сваливать из этого места. Идем мы наконец-таки на пирс. И свалим к чертям с этого города. Свобода, она ждет нас. Город Тихий Холм. Данная его часть сделала все, что могла для нас. И мы для нее теперь, наконец, на счастье Курт Вейдера и остальных, мы можем с чистой совестью покинуть этот город. А вообще, как говорится, бомжа жалко. Вот он, походу, помер. Как сказал Джипом. Ну вот, я же говорю, на счастье всех, кто хочет спать, уже там глаза закрываются. Сейчас мы как раз таки в доках. Ну, используем ключик и там посмотрим сценку отъезда. И там же и, соответственно, завершим сегодня. Конечно, Люк Бубойкер спешит навстречу приключениям. Так, где там этот чертова? Джипом. А он это, он с открытыми глазами уже вздремнул. Так что не надо человека, как говорится, за больное. Нет, Ларионович, вы ошибаетесь. Тут 5 минут остается до конца. Пять, максимум 10 минут, так что кто уже валится с ног, но ему жутко интересно, может вдохнуть с облегчением. А, нет, Курт, он не может быстрее бежать. Он дыхалка слабая, не спортсмен. В
дыхалка, понимаешь, дыхал, видишь, раненый еще, по морде ударили. Единственное, Джипомич, что мы не сделали, это квест, связанный с, ну, на втором прохождении с сюжетом, вот этим бонусной концовкой, там, где зажигать свечи, нужно копать землю. Вот. А джипом куда там через метро можно выйти? Мы уже, по-моему, я же говорю, все основное сделали, осталось только из дополнительного. Все, лодка, мы идем. Вот Курт Вейдер очень верно сказал, что нету лучшей GTA, все они хороши по-своему. Свобода, мы идем к тебе. Свобода, свобода попугаем. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Свобода. Поехали. Наверное, издеваешься. А ты правда думал, что на этом все закончится? После всего, что ты там видела, после всего, через что мы прошли, мое возвращение в тюрьму — это единственное, что тебя волнует? Мы не собираемся выйти. Что ты имеешь в виду? Разворачивай лодку. Ты в своем уме? Мы свободны. Когда доберемся до другого берега, я пойду своей дорогой. Ты своей. Это же так просто. У нас с тобой есть незаконченное дело. Я понятия не имею, о чем ты, черт побери, говоришь. Если честно, мне уже просто плевать. Я ни за каким чертом не вернусь в этот дом. Тебя никто не спрашивает. Мы только что прошли через запад. Ты вообще ничего не заметил? Нет, это ты ничего не заметил. Думаешь, все это просто случайность? Одно большое совпадение? Этот город знает меня. Он многое показал мне. И хочет, чтобы я закончила. Неужели ты не понимаешь? Он никогда не отпустит нас, пока мы не закончим то, что начали. Что ты начал? Я уже сказал. Я туда не вернусь. Если хочешь, можешь пристрелить меня. Хорошо, как скажешь. Как дела, Мёрф? Слышал, что ты нас скоро покидаешь. Что тебе нужно, Сьюэлл? Ну, ты ведь не думал удрать, не расплатившись за мою любезность, правда? Напье. Ха, о чем я только говорю? Разумеется, ты выполнишь свою часть сделки. Ты же надежный парень, Мёрфи. В отчете о досрочном освобождении так черным по белому написано: образцовый заключенный, да? Уверен, было бы ужасно узнать, что ты сделал с этим ублюдком педофилом. Не так? Я к тому, что это бы разом испортило все к чертям, разве нет? Что ты хочешь, чтобы я сделал? А в чем ты хорош, естественно? Избавление мира от уродов. У меня есть для тебя еще один. И
кто это? Не забивай голову деталями, лапочка. Просто избавься от мусора, как уже делал ранее, и мы будем вращать. Когда? Сегодня ночью готовятся небольшие беспорядки. У меня и остальных надзирателей хлопот будет по горло, так что никто не заметит, как ты спустишься в душевую и найдешь там парня, как и в прошлый раз. А потом? Я думаю, ты сам знаешь, что будет потом. Если, конечно, не вздумаешь нарушить нашу сделку. А этот другой парень, он этого заслуживает? О, Мёрфи, ты даже не представляешь, насколько он этого заслуживает. Чёрт, да я бы сам хотел это сделать. Итак, что скажешь, лапочка? По рукам? Я позабочусь об этом. Рождённый свободным. Добро пожаловать домой, мистер Пендл. Ну, я бы не сказал, что это конец. Почти. Тут еще вот, сохранение. Здесь еще где-то на часик-полтора, ну или чуть меньше. У вас нет вещей, замечательно. Ну что ж, друзья. На этом тогда сегодня, наверное, закончим, ибо все уже там валятся, засыпают явно. Вот. И, скорее всего, сегодня уже вечером также, в 10, скорее всего, там, да, в 10 или к 11 по Москве, мы закончим данную историю заключенного Мёрфи Пендлтона. Я понимаю, что всем дико интересно, чем это закончится, вот, но ничего страшного. Вот как раз-таки следующий стрим и будет завершающим. Что ж, спасибо всем, кто сегодня был. Все молодцы. Я надеюсь, вам понравилось. Вот. Что ж, друзья. До скорых встреч, как говорится, и спокойной ночки. Всем приятного отдыха. И отдельно спасибо Курт Вейдеру за мужество совинское. Вот. Приятного ему утра. До новых встреч. Пока-пока. Good night for everyone, and be well, guys. Thanks for watching, everyone. Bye-bye. See you.